Глубоко уважаемый Алексей Михайлович, Павел Васильевич, глубоко уважаемые коллеги, гости и все те, кто подключился. Ну, я немножко возражу вам, Павел Васильевич, я не основоположник, я продолжатель, и, может быть, даже не столь значимый. Эта технология в свое время пыталась умереть, но у нее этого не получилось. Она помучилась и сейчас как будто выздоравливает. Интерес к этой теме существенный. Мы занимаемся этим вплотную, ну, может быть, последнюю вот четверть века, лет 25. И чем больше я вникаю в эту тему, ну, как всегда, тем чувствую все больше незнания, непонимания многих вещей в том, что из того, что я должен был бы понимать. Мы пользуемся возможностью выходить за рамки клинических апробаций и стандартов, и в соответствии с разрешением Минздрава мы попытались начинать очень сложное направление – криоабляция рака молочной железы. Эта идея, эта тема меня волновала еще с тех пор, когда я был хирургом, делал мастэктомию, и мне как-то стыдновато было слышать спасибо от пациенток. Я думал, ну неужели нельзя избежать калечащих операций? Это, а также возможность попробовать в зарубежных странах, потрогать, что это такое, привела меня к тому, что необходимо, это просто необходимо для нас, как врачей, иметь что-то еще такое, что расширяет наши возможности. Ну и вот сейчас мы выполнили небольшую серию работ на ограниченной категории пациентов в режиме, конечно, ограниченного клинического применения при тех условиях, вот, которые видны на экране. У нас есть для этого условия, есть отечественная машина криосистемы. Кстати, вы можете ее потрогать и понажимать на ее кнопки, она вам будет отвечать милым женским голосом. Она у нас в холле рядом с регистрацией будет стоять. Вы можете посмотреть, как она работает, как образуют ледяные шары, как это все выглядит в жизни. Хорошие инструменты. Ну и ультразвуковые аппараты мы использовали для наведения криозондов в нужную точку. У нас есть команда специалистов. Ну, вот здесь Екатерина Александровна Бусько, она наш ведущий специалист в части выполнения трепан-биопсии. В принципе, кажется, она может с закрытыми глазами все делать, легко одним движением пальчиков. Ну и молодые доктора, которые проявили интерес к этой теме, вот сейчас они на этом снимке молодого доктора, так скажем, тренируют в реальной обстановке. Он, у него в руках стилет. На стилет одет интродюсер, и он пытается поставить зонд в правильную позицию, а Екатерина Александровна ему помогает. Но есть другой вариант. Старики, которые плохо видят на экране, они могут пальпаторно чувствовать границы опухоли и ставить, но все равно под строгим контролем специалистов. После того, как инструменты установлены в нужную позицию, мы можем выполнить биопсию, ну, если вдруг появились какие-то сомнения в ходе исследования. Но все пациенты перед этой процедурой обследуются тщательно, и диагностических ошибок быть не должно. После того, как мы убедились, что все правильно, в этот интродюсер вводится криозонд. Опять же, под контролем ультразвукового датчика. Затем еще раз проверяется позиционирование. Понимаете, если поставить не туда, не так, ну, смысла совершенно никакого нет. Это все равно, что стрелять мимо мишени. Очень хорошо видно на экране аппарата контуры, позиция криозонда, и весь процесс можно наблюдать в режиме реального времени. Если мы видим, что опухоль сложновата по форме или по размеру, мы можем использовать одновременно несколько зондов, располагая их в том взаимном расположении, которое обеспечивает полный охват со всех сторон нужного нам объекта. Мы можем, в конце концов, взять зонд потолще, не полуторамиллиметровый, а трехмиллиметровый, и создать шар размером, ну, с хорошее куриное, такое большое яйцо серии «Экстра».
Самое важное не повредить кожу. Понимаете, что рана, которая может образоваться после вовлечения кожи в зону оледенения, может существенно испортить жизнь пациенткам, да и врачам, конечно. Поэтому согревание кожи, гидродиссекция – это все обязательные элементы процедуры при этих операциях. Обычно мы пользуемся даже теплой рукой. Сестра дает горячую салфетку, нельзя ее класть прямо на молочную железу, будет ожог. А подержать в руке, нагреть руку, а потом теплую руку положить на молочную железу – это нормально. Пока одна рука хирурга холодится и замерзает, он в другой руке греет очередную руку, чтобы потом поменять руки местами. Два цикла с оттаиванием. То есть процедура дольше, чем РЧА или радиоволновая абляция. Ну и вот тут все-таки кто здесь был главный на всех этих операциях? Я пригибался и уважительно слушал, что говорит Екатерина Александровна. Как она говорила, так мы и делали. Оставалось только, чтобы санитарочка нажала на нужную кнопку. Мы ей говорили, там, Машенька, нажмите нижнюю зелененькую, или красненькую, или синенькую. Что она и делала. Вот на таком уровне проходила эта процедура. Почему именно криво? Ну, это долгая история, я действительно могу разговаривать об этом до вечера. Но так уж получилось, что у нас было несколько направлений в лаборатории в Политехническом университете, где работал факультет медицинской физики, лаборатория термофизики и лазерная лаборатория под руководством Жереса Ивановича Алферова. Мы там все перепробовали, от фотодинамической терапии до криоабляции. И вот если посмотреть, что происходит под микроскопом, вот раковые клетки, они в водной среде, в физрастворе, мы начинаем систему охлаждать струей жидкого азота. Сначала до минус 20 градусов. Вот остановились, смотрим. Какой-то ободок вокруг этих клеток. Как потом мы выяснили, это гиперосмолярный ободок. Клетки выбрасывают воду, защищаются. Но мы морозим дальше. Мы доходим до температуры минус 20, образуются кристаллы, и вот теперь мы так думаем, что все должно быть погибнуть. Оттаивание происходит. И обратите внимание, кристаллы, когда отходят, а оказывается, они окружали клетку. Они не разрушили ее, они ее как бы обняли и сохранили, как будто законсервировали. Ну, всерьез продолжаем работать до минус 196. В режиме жесткого охлаждения, добиваясь, ну, чтобы в пыль уничтожить эту структуру. Ну и что? Вот смотрим, да, образовалась мелкокристаллическая структура. Ну, это рабочие записи, сами понимаете. Тут надо, да, фокус поймать, струя азота тоже мешает. И вот теперь смотрим, что получилось. Теперь это все сейчас оттает. Вот, оттаивает. Мы вместе с нашими цитологами несколько раз смотрели эту картинку. Они говорили, ну и что? И сейчас, глядя на все это, ну и что? Да ничего не случилось. Все, что было, все осталось. Более того, мы специально изучали иммуногистохимические свойства объекта опухоли после заморозки. И оказалось, что заморозка ни в какой степени не препятствует последующему ни гистологическому, ни иммуногистохимическому исследованию. Опухоль, подвергнутая даже трехкратному циклу охлаждения до минус 196 градусов с режимами оттаивания, демонстрирует по-прежнему свои антигенные свойства. Но она остается в теле пациента. И в теле пациента происходит что-то такое интересное, о чем, ну, есть некоторые фантазии, представления об аутоиммунном ответе, формирования антител против этих антигенов у этого пациента. Сама эта идея давно витает в умах. Много исследований по этому плану ведется. И действительно, наша лаборатория онкоиммунологии показывает, есть сдвиги. Правда, эти характеристики не специфического характера, но общий иммунный ответ нормально реагирует. Я боюсь выйти из регламента. Павел Васильевич, вы меня остановите хотя бы за минуту, а то я нарушу регламент.
Но при этом хвалиться-то нечем. Как видите, результаты, которые мы получили, хуже, чем те результаты, которые наблюдаются после секторальной резекции молочной железы. Казалось бы, можно было бы разочароваться, но мы видим причины. И первое. Мы используем метод диагностический, прекрасный диагностический метод, который совершенно, может быть, не подходит для нас. Даже сравнивая маммограммы, компьютерные томограммы и ультразвуковую картинку, мы видим красивая картинка шарика на ультразвуковом экране, а на маммограмме спикулы, усики, какие-то непонятные тени, полутени. И пока мы не научимся точно, так прецизионно, как мы хотим, определять зону поражения, у нас так и будет 14% рецидивов. Дальше. Вы видели на экране. С клетками-то мало что происходит. Значит, надо не только проводить адъювантную или неадъювантную терапию пациентам этой категории, надо делать адъювантную локальную терапию. Как мы решили поступить? Мы, поспорив с химиотерапевтами о том, что все должно пройти через печень, стали вводить в зону крионекроза цисплатин, карбоплатин, то есть препараты прямого цитотоксического действия. На мышках, конечно, с HER2 положительным антигеном. Вот так вот маленький красный шарик вот здесь. Вот он где-то. Плохо стреляю я этой штучкой. Ну ладно. Это спонтанный некроз. Вот мы выполнили паллиативную криоабляцию, то есть подморозили часть опухоли. Ну, так, как обычно, но зная, что мы не сделали радикальной операции. А потом на четвертые сутки ввели туда терапевтическую дозу цисплатина. Ура! Мы добились полной девитализации этой зоны. Препарат цитотоксический, введенный в зону криоабляции, подействовал длительно, в высокой концентрации, без каких-либо то ни было признаков общей интоксикации. Ну, это разве не то, к чему хотелось бы стремиться с точки зрения химиотерапии и адъювантной терапии? То есть здесь победы как будто можно ожидать. Ну, а что делать с теми пациентами, которых мы лечили, оперировали, а они по-прежнему прогрессируют. А это ведь очень большая категория пациентов, от которых мы просто, ну, если не отмахиваемся, то стараемся как-то их поддержать. Ну, метастатические поражения костей. Достаточно злое состояние для данной категории. Вы видите на одном из снимков, что можно поставить туда криозонды, девитализировать эту зону, захватить межреберные нервы и таким образом снять боль и вызвать полную циторедукцию. Если это был бы единичный очаг, то эта пациентка перешла бы в категорию достаточно здоровых. И вот здесь я считаю, что для пациентов четвертой стадии заболевания результаты неплохие. От 52 мы спустили к 44 положительным результатам. Все пациентки прогрессировали, но стабилизация через год у большей части. Мы можем даже подумать о том, что это наша заслуга. Хотя можем сомневаться и в душе, и по существу. Что же за проблемы мешают нам радоваться своим хотя бы каким-то небольшим успехам? Когда я читаю лекции ординаторам, я спрашиваю, а поднимите руки, кто когда-нибудь что-нибудь слышал про криво? Ну, кто-нибудь один, максимум два человека из 100 поднимают руки, что они слышали. Да я и не удивлюсь, потому что если каждый из них бы спросил у стариков моего возраста, ну как, что такое криохирургия, они бы услышали из 10 случаев 10 ответов. Да, это ерунда, средневековье, это когда-то делали и бросили это все. Забудьте. Но чтобы понимать, надо знать сегодняшний уровень науки и знаний в этом вопросе. У нас есть порочный круг, которые препятствуют широкому внедрению этого метода. Есть разумные проблемы, есть неразумные. Если разумно ограничивать стандарты, это правильно. А если тормозить этот процесс, это нехорошо. Я хочу сказать в надежде, что у нас еще есть возможность что-то изменить. Я даже надеюсь, что когда-нибудь
вы, представляя на очередной конференции свои материалы, скажете, что мы были свидетелями первого робкого и очень неумелого применения этой технологии при раке молочной железы. Спасибо за внимание.